Здравствуйте! Тема урока – заболевания, вызванные нарушением функций эндокринных желез, гипо- и гиперфункция. Сегодня на уроке научитесь называть заболевания, вызванные нарушением функций эндокринных желез. Бывают ситуации, когда человек как бы вдруг заболевает. Например, ожирение. Человек немного ест, достаточно двигается, но при этом вес растет. Или с сердечно-сосудистой системой. Когда врач начинает выяснять причины, то оказывается, что причина развития заболевания в банальном недосыпе. Но как сон связан с развитием заболеваний? Все очень просто. Нехватка сна может спровоцировать неправильную работу эндокринной системы, которая, в свою очередь, может явиться причиной развития многих заболеваний. Железы эндокринной системы, так же как и другие органы, подвержены различного рода заболеваниям. Все заболевания эндокринной системы можно разделить на две группы. Заболевания, связанные с гиперфункцией, возникают при повышенной выработке гормонов в организме. И заболевания, связанные с гипофункцией, возникают при пониженной выработке гормонов в организме. Гипофиз. Напомню, что это самая маленькая железа в нашем организме, регулирующая работу всех других желез. При этом размер данной железы не превышает 0,6 грамм. Расположена в головном мозге. Гипофункция гипофиза, карликовость или дворфизм – заболевания, развивающиеся с раннего детства. Данное заболевание характеризуется аномально низким ростом взрослого человека – менее 147 сантиметров. Карликовость возникает при недостатке выработки гормона роста – соматотропина. Физиологическими особенностями людей, страдающих карликовостью, является – большая голова, короткие руки и ноги, слабый рост бороды и вообще волос на теле, не особо крепкое здоровье и преждевременная старость. Гиперфункция гипофиза, акромегалия, развивается в основном в тот момент, когда организм завершает рост. На изображениях видно, как изменяется внешность человека при развитии данного заболевания. Особенностями развития акромегалии является увеличение выступающих частей лица, разрастание мягких тканей носа, подбородка, скуловых костей, увеличение надбровных дуг, непропорциональное увеличение размеров кистей и стоп. Также к гиперфункциям гипофиза относят гигантизм. Это нарушение деятельности гипофиза в раннем возрасте. Гигантизм при отсутствии лечения может со временем совместиться с акромегалией. Щитовидная железа имеет две доли, соединенные мостиком. В среднем весит 12-15 грамм. Участвует в обмене веществ и росте организма. Гипофункция щитовидной железы провоцирует развитие эндемического зоба. Увеличение щитовидной железы, связанное с дефицитом йода. Хронический дефицит йода приводит к разрастанию тканей железы и изменению ее функциональных возможностей. Также гипофункцией щитовидной железы является развитие кретинизма. Кретинизм развивается в раннем детском возрасте при нехватке йода. Кретинизм характеризуется выраженным снижением функций щитовидной железы, задержкой физического и умственного развития. Во взрослом возрасте при нехватке йода возникает такое заболевание, как миксидема или слизистый отек. Вследствие нарушения белкового обмена органы и ткани становятся отечными.
В межклеточных пространствах увеличивается содержание муцина и альбуминов. Жидкость задерживается в тканях, вызывая отеки. Гиперфункция щитовидной железы. Базедова болезнь. При базедовой болезни наблюдается повышенная возбудимость нервной системы, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание. Температура тела человека постоянно держится в пределах 37-38 градусов Цельсия. Человек теряет в весе, но при этом постоянно испытывает чувство голода. Напряжение мышц глаз приводит к пучеглазию. Паращитовидные железы регулируют в организме обмен фосфора и кальция, который накапливается в костях. Под действием парадгормона они переходят в кровь. Гипофункция паращитовидной железы вызывает уменьшение содержания кальция в крови, кости становятся ломкими и хрупкими, зубы сильно подвержены разрушению, повышается возбудимость нервной системы, появляются судороги. При гиперфункции паращитовидной железы наблюдается снижение содержания кальция в костях, они становятся гибкими и легко искривляются. Кальций скапливается в крови, печени, почках и головном мозге. Надпочечники выделяют до 40 гормонов. Корковый слой надпочечников выделяет кортикоиды. В зависимости от направленности действия они делятся на минералокортикоиды, которые регулируют обмен натрия, калия, воды и солей, и глюкокортикоиды, которые наравне с гормонами поджелудочной железы регулируют уровень сахара в крови. Мозговой слой надпочечников выделяет каталохаминовые гормоны, которые регулируют обмен углеводов и жиров, активируют деятельность кровеносной системы, работу скелетной мускулатуры и мускулатуры внутренних органов. К каталохаминовым гормонам относят адреналин и норадреналин. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа выделяет инсулин и глюкагон. Инсулин снижает уровень сахара в крови, глюкагон повышает уровень сахара в крови. Бывают моменты, когда мы не успеваем поесть вовремя или вовсе пропускаем очередной прием пищи. Энергии в организм не поступает, но при этом мы продолжаем двигаться. Откуда же берется так необходимая для нашей жизнедеятельности энергия? Организм запасает глюкозу в виде гликогена, и под действием глюкагона гликоген распадается до глюкозы. Если в организме много глюкозы, то организм переводит ее в гликоген и оставляет до лучших времен. Сахарный диабет. Гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ – углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Симптомами развития сахарного диабета является постоянная сухость во рту и жажда, повышение массы тела, сухость кожи и зуд, повышенное потоотделение, частое мочеиспускание. Основными задачами врача при лечении сахарного диабета является компенсация углеводного обмена, профилактика и лечение осложнений, нормализация массы тела, обучение пациента. Профилактические действия заключаются в следующем. Здоровое питание, ежемесячный контроль уровня сахара крови, занятия физической культурой и отказ от вредных привычек. Переходим к практической части. Задание 1. Укажите заболевание, вызванное гиперфункцией желез внутренней секреции.
Проверяем ответ. Гиперфункцией вызваны акромегалия, гигантизм, базедова болезнь. Задание 2. Соотнесите заболевание и гормон, с дисфункцией выработки которого оно связано. Проверяем ответ. Миксидема и эндемический зоб развиваются при дисфункции выработки тироксина. Карликовость возникает при нехватке выработки соматотропина. Акромегалия возникает при избытке выработки соматотропина. Сахарный диабет возникает при дисфункции выработки инсулина. Задание 3. Выберите верные утверждения. Верными утверждениями являются: глюкагон расщепляет гликоген до глюкозы, инсулин понижает уровень сахара в крови, инсулин и глюкагон имеют противоположное действие. Подведем итог урока. Сегодня на уроке научились называть заболевания, вызванные нарушением функции эндокринных желез. Выяснили, что заболевания, связанные с эндокринной системой, могут быть спровоцированы гипер- и гипофункцией железы. Урок окончен. До свидания.